Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые видеослушатели нашего канала. Сегодня у нас 11.09.2022 года, время 12.00, буквально 5 минут закончилась моя консультация по вайберу с молодым человеком, ему 34 года, зовут Евгений, и после этой консультации я под впечатлением от слов Евгения, его рассказа. Я такого не ожидал, давно такого не слышал, но надо признать, что это, наверное, естественно и понятно в нашей современной действительности. Консультация была долгой, часа полтора, наверное, мы с ним разговаривали, и я под впечатлением всего этого записываю это видео. Еще раз. Сотый, тысячный, миллионный раз буду повторять и повторять еще раз. Эти 5 основных правил общения с современными женщинами. Такой вот пост я написал и сейчас снимаю по этому поводу видео. Я в ужасном состоянии, ужасная история Евгения, Жени. Это просто нечто. Итак, еще раз повторим, уважаемые мужчины. 5 непреложных правил отношений с женщинами. Первое. Ни в коем случае нельзя женщин любить. Ни при каких обстоятельствах. Я вообще считаю, что любви не существует. Все это придумано поэтами-песенниками. Любви не существует. Но тем не менее, все является биохимией, биофизикой. Никакой любви не существует. Женщин нельзя любить. Не обманывайте себя. Второе правило. Отношения современных мужчин с современными женщинами. Женщинам нельзя доверять, им нельзя верить. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах им нельзя верить. Третье, не менее важное правило, на женщин нельзя надеяться. Знаете, есть такая фраза, своих не бросаем. Так вот тот, кто произносит эту фразу, 100% вас бросит. И вот это применимо правило ко всем женщинам без исключения. Нельзя им доверять, нельзя их любить, нельзя на них надеяться. Они вас бросят. Ни в коем случае нельзя вкладываться в женщину. Хочется сделать ей приятное, подарить цветы, золотое украшение, шубку, дать много-много денег. Но ни в коем случае нельзя этого делать, ни при каких обстоятельствах. И само собой разумеющееся, женщины такие же люди, как и мужчины, их нельзя жалеть. Они пользуются этим, ну и так далее. Итак, 5 непреложных правил, сформулировано сегодня мною для Евгения. Мы с ним все это обсудили, его историю, применили вот эти 5 правил. И он сказал: да, Виктор Николаевич, вы совершенно правы. И таких историй я наслушался за свою историю, за свою жизнь. Не десятки, не сотни, а тысячи этих ужасных историй, когда разбивают жизнь человека, мужчины. Кроме того, обращаю ваше внимание на предыдущий пост, но в общем-то в эту же тему. Если будет кому-то интересно, можете зайти в наше сообщество нашего канала, почитать, проголосовать и так далее. Итак, повторим, выучим наизусть, мужчины. 5 непреложных правил отношения с женщинами. Женщин нельзя любить. Женщинам нельзя доверять, не верить им. На женщин нельзя надеяться. В женщину нельзя вкладываться. И ни в коем случае нельзя их жалеть. Они взрослые самостоятельные люди, пускай сами живут своей жизнью. И жалеть их, когда они начинают плакаться, какие они бедные, несчастные, нельзя ни в коем случае. Не любить, не доверять, не надеяться, не вкладываться и не жалеть. Ужасная история, я повторяюсь. Но я буду повторяться еще сотни и тысячи раз по этому поводу. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.